Курбан Омаров поразил подписчиков новой прической автор 14.05.2020. Супруг Ксении Бородиной регулярно подвергается критике со стороны пользователей сети. Многие поклонники телеведущей убеждены, что этот брутальный дагестанец вовсе ей не пара, однако недавно под своим очередным постом бизнесмен получил больше комплиментов, чем недовольных комментариев. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Причина внезапной перемены в настроениях подписчиков довольно проста. Курбан удивил их своим внешним видом. С новой прической он совершенно не похож на себя прежнего, и, стоит признать, ему такое перевоплощение даже к лицу. Как многие другие, Омаров последний месяц вынужден пребывать на самоизоляции, покидая дом только по крайней необходимости. Все это время он остался без возможности посещать парикмахера, так как салоны красоты и барбершопы столицы пока закрыты. Похоже, бизнесмен не решился приглашать парикмахера на дом. И все же, раньше он всегда следил за своей прической и за годы известности появлялся в одном имидже, поэтому его недавнее преображение, конечно же, удивило подписчиков. За период изоляции волосы у мужа Бородиной отросли, и теперь он не может их укладывать так, как раньше. Увидев эти метаморфозы, многие поклонники пары пришли к выводу, что теперь Курбан невероятно похож на героя турецких сериалов, поклонницей которой является телеведущая. Еще большее сходство получилось из-за небритого лица Омарова, хотя раньше он предпочитал бриться гладко. Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что прическа очень преобразила Курбана, и теперь он выглядит моложе на несколько лет. Точка.